Не партия приказала, а рейтинг подтолкнул. Харьковский строитель Игорь Смыкалов уверяет, ни в каких политических партиях не состоял и в акциях протеста до сегодняшнего дня не участвовал. Признается, к выходу на площадь морально готовился не один месяц. Я воспитывался, и всю нашу страну воспитывали так, что сиди, не вылазь, делай свое дело и ни о чем не думай. Сил ему прибавила новость о рейтинге, составленном американским журналом International Living. По оценкам американцев, уровень жизни в Украине оказался даже ниже, чем во многих африканских странах. С самодельным плакатом «Не хочу больше так» Игорь вышел на площадь Свободы. Призывает харьковчан последовать его примеру. Только сообща и вместе мы сможем заявить о себе. Если мы будем поодиночке решать какие-то свои вопросы, мы не получим никаких положительных результатов. На призывы пикетчика-одиночки готов откликнуться студент Иван Нечаев. Он недоволен поборами в вузах и тем, что преподаватели со стажем мешают перестраивать украинское образование на европейские рельсы. Сейчас пытаются как бы сделать обучение на европейском стандарте, но эти все критерии делают, и на самом деле сами преподаватели не хотят это поддерживать и остаются при своих старых принципах. А вот научного сотрудника харьковского физтеха Владимира Ярового беспокоят вопросы государственной важности. Недоумевает, почему работать над проектом новой конституции будет экс-президент Кравчук. Лично беспокоит то, что мой внук будет жить по конституции, которую сделают непорядочные люди. Но встать рядом со строителем Игорем Смыкаловым ученый не готов. Признается, нет ни времени, ни желания. Завтра я на работе, послезавтра я на работе. И сейчас пойду на работу еще. В таких всяких пикетах, вот, хождением по площади я не участвую. Спустя 2 часа после начала пикета Игорь Смыкалов приходит к выводу, харьковчане готовы его поддержать. Выходить на площадь со своим плакатом он собирается каждый день. Григорий Пырлик, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».